как всякий человек должен отслеживать себе проявление негативных мыслей, исходящих от животного начала, так и общество в целом должно контролировать свои же общественные публичные мысли. И поскольку в основном источниками последних служат средства массовой информации во всех формах, то за их чистотой должно следить само общество. То есть должна быть развита культура популяризации духовно-нравственных ценностей, знаний, добра, совести, чести, достоинства, дружбы между людьми, позитивных, созидательных моделей, примеров образа мышления, лучших человеческих поступков как личности, так и коллективов. Должна отсутствовать пропаганда негатива, навязываемая животным разумом, войны, насилия, убийств, розни, ненависти, эгоизма и так далее. Причем от самого общества должны исходить инициатива и дело популяризации созидательной идеологии, а также предотвращение любых попыток навязывания людям разрушительной идеологии. Эти условия и есть основа для формирования единого мирового сообщества с духовным вектором развития.